Интересная вывеска. Ну, все, что связано с Рубином в этом сезоне, это максимально интересно. Это максимальный интерес у публики. Это... Если, конечно, будет такая возможность. Если команды нам ее... Почему играют в стартовом составе? Вот как раз Безруков, 23 номер. Получает, разыгрывает двоечку с Аланом Загоевым. Выходит 1-1 и забивает. Руслан Безруков, ну, словно в воду я глядел, да? Мяч довели. И с близкой дистанции, со второй попытки, второй мяч отправляется в ворота. Краснодар. Ну, это Игорь Горбунов. По составчику Краснодара тоже пробежимся, только вот посмотрим эту атаку. Чем она завершится? Она завершится, друзья! Ну что, будете? Белинов. Белинов большущий специалист по отражению 11-метровых. Карпов не стал входить сам в штрафную площадь на Безрукова. Тот прекрасную передачу делает, и счет становится 3-1. Здесь скидка. Удар и гол! 3-2 счет становится! От этого сезона, наверное, на все 100% так не скажешь. Момент, 4-2 счет становится. Ну и Костюков не просто так вышел на поле. Красавец Джоэль Фомие, красавцы. 11 игр, которые он до этого провел. Это 12-е уже. Не очень-то много, да? Удары за пределы штрафной площади, вот и гол. А вот вам и Лисакович, да? 5-й гол Лисаковича. Ну, словно услышал. Шли, ну и дает свисток Антон Анопа. 5-2. Рубин обыгрывает Краснодар.